19 марта коллектив-студии Асбестовского телевидения отпраздновал свой 25-летний юбилей. С самого утра в праздничный день коллектив студии АТВ пришли поздравить руководителей предприятий и организаций. За 25 лет работы у Асбестовского телевидения сложились добрые партнерские отношения практически со всеми крупными предприятиями города. Поздравляю с замечательным событием и хочу сказать, что все эти 25 лет Асбестовское телевидение и комбинат «Уралазбест» реализует много проектов, достаточно актуальных для асбеста. Это, во-первых, антиасбестовая компания. Во-вторых, мы говорим, это популяризация рабочих профессий, слава человеку труда и вообще профориентационная работа среди подрастающего поколения. Это очень важно, преемственность поколений. Поэтому спасибо вам за совместную работу. И для нас Асбестовское телевидение было первым каналом города Асбест, и таковым и останется. В праздничный день поздравить коллектив пришли и представители водоканала, компании «Форос», завода «Урал-АТИ», а также другие партнеры и друзья студии. Напомним, что история Асбестовского телевидения началась 19 марта 1994 года. Именно в этот день асбестовские телезрители увидели первый выпуск программы тогда еще студии «Панорама». За время существования телекомпании многое изменилось, но неизменным остается то, что мы всегда в центре событий. Мы работаем и стараемся рассказать обо всех важных событиях, которые происходят в нашем городе. Вместе с героями наших репортажей мы огорчаемся неудачам и радуемся их успехам. Работа в выходные и праздничные дни – привычное для нас дело. Это скорее стиль жизни. Недостаточно просто уметь хорошо писать или рассказывать. Нужно жить этим и отдавать своей работе большую часть своего времени. Мы экспериментируем и стараемся быть всегда интересными и полезными для нашего телезрителя. Мы такие разные, но всех нас объединяет любовь к общему делу. Выражаем благодарность всем нашим телезрителям и партнерам за то, что четверть века вы были с нами.